Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Сегодня хотела бы рассказать про свою диету сладкоежки. Думаю, все уже заметили, что я не худышка. Формы у меня были всегда и вес всегда выше нормы. Но мне никогда не мешал мой вес до последнего момента, когда я села на пандемию. На пандемии я набрала 5 лишних килограмм, и уже начались одышки, уже стало сложно ходить. Ну, в общем, стал мешать мне лишний вес. Я думала, что лишний вес у меня как раз вот эти 5 килограмм, и решила сбросить немножечко сахар, потому что, ну, не могу я пить чай, кофе без чего-нибудь сладенького. А проблема моя в том, что чай и кофе я не могу пить горячим. И в тот момент, пока я жду, что мой напиток остынет, я все зажевываю печеньками, конфетками, шоколадками, тортиками и так далее. Ну, это было немножечко раньше. С июля я села на, я ее так называю, сладкая диета. То есть я стараюсь истребить как можно больше сахара из своей жизни, но стараюсь делать это не резко. Все-таки постепенное снижение сахара должно быть, иначе может что-то произойти, ну, сбой какой-то произойти в организме. Всю жизнь я была сладкоежкой, всю жизнь я была крупной девушкой. Но, конечно, вот история со смертью моего брата меня сильно подкосила в Лондоне в 2016 году, и с тех пор я набрала еще килограмм 10, потому что приходилось, ну, потому что была очень нервная и очень стрессовая такая жизнь у меня в 2016, 17 и даже 18 годах. Пока все его дела закрыла. В общем, приходилось жить двойной жизнью, я уже об этом рассказывала, и за себя, и за брата. И это было очень тяжело и сложно, поэтому я питалась вообще непонятно как. Что найду в холодильнике, то и съем. Когда съем, неважно. Но старалась, конечно, в основном есть салатики с каким-нибудь куском мяса, рыбы или грибами. Но это все, в общем, у меня произошел какой-то сбой в организме, и вес набирался постепенно. Сейчас, после пандемии, я с июня месяца начала бегать, потом в июле села вот на эту сладкую диету, и все эти 5 килограмм, которые я набрала за период пандемии, ушли буквально за месяц. Что я сделала? Я просто истребила чаепитие в свой летний период жизни. 2 чая я сменила на лимонадик, на БАДы. Я пью витамин С и мультивитамин в течение дня вместо 2 чаев. А так как с чаем я кушала всякие сладости, теперь я их просто не кушаю. Ну, если хочется, утром и вечером я ем вместе с кофе пару кусочков шоколадки, ну и, может быть, какие-то сладости позволяю в течение дня, потому что у меня, после того, как я резко сократила, началась какая-то депрессия, у меня была вялость, я не могла ничего ходить, у меня чуть ли не до обмороков доходило. Ну, решила, что сахар все-таки должен быть у меня в крови. Кстати, по показателям анализов крови у меня все нормально, и с сахаром, и с холестерином. В общем, все показатели сахарные в норме, поэтому не знаю, в чем причина. И вот тут недавно меня направили к эндокринологу проверить мою щитовидку. И знаете, что сказал эндокринолог? Она сказала, что с щитовидкой у меня все в порядке, а вот с лишним весом надо бороться. Посчитала, что лишнего веса у меня 20 килограмм, и направила меня к диетологу. Ребята, какое открытие я сделала у диетолога, я вам расскажу в следующем ролике, но реально, если это поможет, то я очень быстро могу за год схуднуть и убрать все эти лишние 20 килограмм. Ну, поживем, посмотрим. В следующий раз расскажу, чем я должна питаться, чтобы постепенно сбросить весь свой лишний вес. Просто реально никогда об этом не задумывалась и не знала. Ждите следующего ролика о моей диете. Расскажу и покажу то, чем я сейчас питаюсь. Варю себе кашки по утрам. Очень диетические. Так я пытаюсь уйти от сахара.
потому что очень часто пью чай и кофе. А пить чай и кофе без плюшек, без сахара, без варенья, без печенья, без шоколада я не умею. Поэтому решила побольше есть кашки, поменьше пить горячие напитки. Но, конечно, эту кашку я пока еще ем или с джемом, или с изюмом. Ну, что-то сладенькое добавляю туда. Обычная овсянка у нас в магазине 7 шагов стоила 9 рублей за пакет. Пакет у нас сколько там? Пакет у нас 400 грамм. Все. Закипело. 400 грамм 9 рублей. Сейчас стало стоить 11. Все начинает дорожать потихонечку. Ну вот, я перехожу на обычную еду, дешевую. Тут у меня тарелки маленькие. Люблю маленькие тарелочки. Вот эта, кстати, тарелка мне досталась от моей подружки из Дубая, Юли, которая, к сожалению, в 2017 году скончалась от рака. Но вот я всегда этой тарелочкой пользуюсь и вспоминаю ее. Очень хорошая подружка была, очень оптимистичный и доброжелательный человек. Поэтому, Юля, я помню о тебе, вот с этой тарелочки я всегда кушаю. Ну, надо выгрести. Ну вот, кашки сегодня немного получилось, потому что молоко было последним. Все, что осталось, завтра, наверное, пойдем в магазин покупать еще молоко. И вот такой вот джем мы купили в ленте. Абрикосовый джем. 900 грамм за 120 рублей, по-моему. То есть недорого. Ну, такая, basic. Базовый продукт ленты. 365 дней. И базовая цена, потому что джем у нас сейчас в России очень дорого стоит. Одна банка 100 рублей. Ну вот так вот заправляю джемом. Немножечко кидаю пару чайных ложечек. И ем это все на завтрак. Овсяная каша на завтрак. Овсянка, сэр. В принципе, в Англии я тоже часто ела овсяную кашу. Она очень хорошо согревает тело изнутри, и ты ходишь сытым практически целый день. Вот пока все.